пацаны, 13% девчонок, это канал Михеев и Павлов Продакшн. Не так давно мы в Красноярске решили сделать суши-баттл. И поняли лишь одно, что Красноярск сильно далеко находится от морей и океанов, и поэтому рассчитывать на что-то невероятно свежее мы не можем. Мы в гостях у Максима в городе Владивосток, который непосредственно находится вот в такой близости от моря. Вот в такой. Наш дом вот в такой. Вот в такой близости от моря. И здесь мы вправе рассчитывать на что-то невероятно свежее. Сам Максим не раз говорил, что доставка вот с этим названием одна из самых лучших и великолепных, которые он когда-либо пробовал. И, по словам Максима, даже японцы, которые приезжали в гости, мягко говоря, охуели от того, какое оно вкусное. Да, но сегодня Артур за кадром сказал, что... Или ты сказал, что даже в Японии так вкусно не делают. А потому что вы были в Японии неоднократно, они не делают так жирно, наверное, вот так сказать. То есть мы вот только что из Японии 2 недели назад были в Японии. Они там все маленькое такое, всего по чуть-чуть. Они даже если васаби там вот так с мизинчик положат, вот нам... Сейчас навалили 2 пакета вот этой хрени просто сами заел. Отдельно просто. Поэтому, ну, они именно с размером офигевают. И, естественно, с размером и порции икры, краба, рыбы, они, естественно, тоже больше. Ну, чтобы было понятно, это доставка номер 1 Владивостока. Ну, это мое мнение. По твоему мнению, это лучшая доставка, но есть другие. Но вообще, нам много в комментариях написали, что это лучшее. Когда мы его объявили. Да, но это, я думаю, одна из самых популярных. И если видеть по росту этих ресторанов, что сеть растет по городам, открываются постоянно новые рестораны и пункты доставки, то, я думаю, у них дела хорошо. Ну, и поэтому пользуются спросом. Слушайте, ну я могу сразу сказать, что вот мы будем обязательно прикладывать картинки. Потому что добрая половина роллов приехали размазанными, развалившимися и полностью не соответствующими такие, какие да, они заявлены. Да, да. У нас сегодня вообще, мы сегодня ходим по тонкому льду, потому что если нам понравится, то мы продались, а если не понравились, то нас больше сюда, походу, не пустят. Ни в этот город, ни в этот дом. Вот, поэтому пока что я могу сказать, что я слегка разочарован тем, как выглядит вот это. Тем, как выглядят еще некоторые позиции. Ты решил сразу с Филадельфии сказать все. Я разочарован в том, что они поменяли посуду. Последний раз в доставке были такие аккуратные коробочки. Конверты очень круто и красиво выглядят. Помнишь, даже те фотки скидывал, такие большие штуки были. Ну, вот в посуде и проблема. А половина роллов примялись. Как бы вот здесь развалились некоторые. Ну что, как Филадельфия? Может быть, курьер просто на Дайхатсу Мира ехал, потому что ничего не вырезало. Это плохой ролл, невкусный. Невкусный, да? Ну, давайте хоть раскроем эти коробочки. На Винграде он приехал. На винограде? Нормально. Ты вот, да, скушал. Это, кстати, тоже полное несоответствие. Я сейчас найду. Тут еще такой прикол у них, что они есть... Мы вот сейчас находимся в Надеждинском районе, это не Владивосток. И роллы есть, могут быть с Владивостока, могут быть с Артема, то есть с разного города привезти. Они... отличаются. По качеству, да? Да, и вот сколько я заказывал, ну реально на вид было все лучше гораздо, чем именно сегодня. Но это вот вам Токио не повезло, вы счастливый билетик не вытянули и перевезли в худший момент, блин, вот такое. Короче, Денчик попробовал Филадельфию. Ты сколько сказал? 580. 550 оно стоит. Ну вот это уже ближе к делу. Короче, рис скомканный, слипшийся, сыр вкусный, рыбы нет. Ну по ней видно, что видите, ее нет. Просто... шел 60-й день трезвости или какой-то такой, поэтому... Поэтому обзоры будут вот такие, поэтому, да, пока потерпите. Ебаненькие. Пока потерпите. Мне по салфеточку, тут авария потеряет. Ну, в Красноярске такого... Навалом, ну. Навалом. Тогда я предлагаю попробовать самую экзотику. Ну, шоу «Грустные ёбла» начнется даже во Владивостоке, даже на обзоре самой классной суши, доставки. Короче, смотрите... Есть вот такая штука, она называется «Крисмас», 490 рублей, авторский урамаки ролл с мясом камчатского краба, омлетом и огурцом, запеченным под сыром моцарелла. Сколько он стоит? Я надеюсь, 300 рублей. 500? Все понятно. Макс, короче... Короче, предлагаю тебе таскать за 200 такие скорей. На прямках, блядь. На самом деле, я в последнее время, может, глаз замылился, я беру вот это, сашими, потом я беру вот этот набор сырой, креветка, осьминог, гребешок, ну, это вот мой набор, и что-то еще. Ну, сашими из креветки, на самом деле, да, с Красноярске не найдешь, их очень интересно попробовать. Что по поводу предыдущего? Вкусненький, приятненький ролл, но с крабом,
Нет. Ну да, он не ощущается. Он там замешан где-то с чем-то. То ли с каким... Мы не будем сейчас заниматься, это некрасиво. То ли с каким-то мазиком, то ли с каким-то соусом таким легоньким, сливочным. Не очень понятно. Короче, единственные роллы, которые приехали по красоте, эти вот эти. Вот это реально единственный ролл, который полностью соответствует картинки, что на упаковке, то и что в коробке, то и на коробке, как говорится. Сейчас я его найду, вы пока берите. Слушай, с каждой минутой этого ролика у него у меня в голове образовываются все более и более хайповые названия. То есть изначально мы думали назвать «Лучшие суши Владивостока», потом послушали пацанов, думаем «Лучшие суши России». Сейчас будет называться «И это лучшие суши Владивостока». Ну да, кстати, нормальное название. На самом деле относительно небольшой набор именно вот самих роллов. Мы заказали сегодня, ну, у нас здесь очень много, мы заказали на 20 тысяч. Вот. Но там, кроме роллов, просто еще есть другие позиции. Возможно, если вот мы от этого не устанем, и грустные ёбла не станут слишком грустными, мы еще попробуем. Там есть салатики и разные другие штуки. Татаки ролл. Вот это замечательная штуковина. Да, выглядит потрясающе. А что-то нет сверху? Да, это татаки ролл с тунцом, огурцом и сливочным сыром. Украшается соусом песто и кунжутом. Ну, он нажористый такой. Короче, знаешь, и тунец, и то, а ешь кунжут. Кунжут всегда все перебивает. Мы с Дэном в тот раз были прям в Токио в ресторане, помнишь? Да. Там было. Приносили ежей, вот такие было пирамиды, ну было все круто. Я там даже песчанок ел. Да, доставка была всегда такая нормальная, вот пару месяцев, наверное, не заказывал ничего. И что-то тут а это вот когда мы снимали в Красноярске, эту историю, вот нас там победил, не помню, кто нас там победил. Самые дорогие. И типа там через пару дней пришли уже комменты, что типа заказали, шляпа какая-то приехала. Mm-hmm. Ну, как повезет вообще. То есть, вот это реально как повезет. Слушай, я здесь позволю себе повыпендриваться и задать вопрос повару. Сам он-то ел или нет? Потому что рис твердый, кунжут жесткий, рыбу жесткую они приготовили. Она же как-то типа теплообработана, она обжарена или она ее обуглили, я не знаю. Ну, это ролл что-то нежное, а тут ты прям как бургер жуешь. Ешь что-то. Прямо, я же говорю, что он такой суровый. Есть такое. А Макс-то тут за кадром перед съемкой ходит. Так, нахуй, Токио мне потом, значит, бонусов накинут. Да ладно, блядь. Я зон. Стейков пожарю. Ну чё, сколько готовы за это платить, чтобы не грустить? О, это такой разъеб, захожу. Нам тут суши привезли на 20 косарей. Ну, понятно. Говорю, где руки помыть? Он там слева, заходи, захожу, а раковина занята рибаями. Ну, такая ситуация, гостеприимные да. У нас очень друзья. Вышел, тут же сверху краба ебанул, тут же сверху гребешка. Да. Бутерброд с икрой. Но этому по факту не надо было этого делать, да, перед тем, как тестировать суши. Да. Сколько денег ты готов за это отдать, чтобы не грустить? 320 рублей. Угу. 530 рублей он стоит? Но это еще вменяемые цены на самом деле. Я все понимаю, но вот, короче, то, что приехало на двадцатку, угу. Если бы это приехало за 13, вопросов бы уже не было, да? Не, ну давай не будем. Смотри, вот люди, которые заказ принимают, они же навряд ли каждый день на двадцатку заказы делают, хотя это Владивосток, я не удивлюсь. Но типа, можно же было догадаться, что. А, знаешь, наверное, в чем дело? Они такие, там крупный заказ, стопудово какой-то, блядь, праздник, корпоратив или еще какая-нибудь хуйня. Давай вот этого всякого понаделаем, а они там не будут же впечатлениями делиться. Кажется, по одной. Но, не-не, Токио, не в этот раз. Я не знаю, ребята. Я думаю, должны быть нормальные вон те, с вот эти, вот эти, вот эти. Вот, так, короче, сейчас. Вон тот ряд весь. Да, тот, который я нашел в меню вон те развалившиеся. Угу. Давайте потекшие. Их попробуем. Да. Называется сашими маки. Авторский ролл без риса с лососем. У нас в Красноярске делают без риса с лососем. Мы не будем пиарить кто, мы на самом деле нашли хорошую доставку, она очень дорогая. Мы при нее не хотим делать обзор, потому что... Не мы, он. Почему? Когда я тебе сказал, что я нашел, то я уже тоже нашел. Не надо тут обманывать. Короче, вот так вот это выглядит. Капуста. Красная икра, авокадо, огурец, омлет тамаго, украшенный ореховым соусом и зеленым луком. Все это, короче, подается с миксом дайкона и красной капусты, как будто бы, знаешь, ресторан-ресторан, но хуевый, да? Это специфическая штука. Мне понравилось. Вот если бы не... Это вот, ну, кто это, капуста? Вот эта вот оболочка, что это такое? Это... Короче, она жуется так тяжеловато. Вот если бы она была помягче, вообще охуенно вкусно было бы. Мне вот такие нравятся. Она прям сырое, все такое. Вкус рыбы есть офигенный. Но это приятная штуковина вообще. Вот редька дайкон. А, ну это вот редька. Вот редька бы, если бы жевалась получше, мне бы вообще вкатило. Он я бы вообще со стринкой с какой-то редьку такой. На тонкий огурчик заменил бы. Но можно и так. Редька дает свою стринку, это прикольно.
Угу. Сколько денег за 4 штучки? Классная авторская штучка. Ну, я так полагаю, что каких-нибудь, да, 600 будет. Да, 650 рублей? Пиздец. Если бы оно приехало бы так, как оно выглядит на картинке, показано, как оно выглядит на картинке, вопросов бы не было. Вкусно. А вы вообще думаете, вот, типа, если я пить бросил алкоголь, я вообще ничего не пью теперь, блядь? Типа, как это работает? Мне вообще ничего не надо. Я тут зашел в комнату, в которой сидят наши друзья. Ага. Они говорят, что вы там ржете? Я говорю, ржем над фигней, которую привезли. И они все на меня взъерепенились. Взъерошились. На меня одновременно. Говорят, вы что там, охренели? Ну, что мы вот про это можем сказать? Что... Ну, это жизнеспособно. То есть, если бы... Ну, я бы в Спарте это не пнул с обрыва. Ну, это так себе. Ну, давай, короче... Вот понимаешь, даже выставить это, что оно вышло в финал, потом будет очень тупо, потому что, ну, это просто позорище. Ну, как вот так братан, вот братан, просто по факту здесь вкусная рыба. Вот рыба же вкусная. Рыба здесь она вкусная, прям почему-то не такая, как здесь. Не, остринка еще прикольная. Тут еще, мне кажется, что знаешь, что этот красный соус, это, мне кажется, этот... Шрирача. Она же шрирача. Да. Да, они просто капают шрирачи классической. И она здесь немножечко подтаскивает все. Ладно, у нас... Нифига, если... как я ее не заметил. Ну, еще и редька еще дает мне... Короче, это прикольная штука. По сравнению с двумя прошлыми штуками. Окей. Подождите, подождите. Это безалкогольное пиво. Это еще дополняет и усугубляет ситуацию. Вот, пожалуйста. Так, это тоже тунец. Да, сразу же, Андрей, давай начнем с крупничка. Нужен вот этот разрез. Видишь разрез именно? Ширину. Давай, тогда я тебе просто достану. Вот сравните вот это с тем, что на картинке. И скажите, пожалуйста, оно полностью ли соответствует? Бля, ну, я не знаю, как так собрано. Ну да, оно не разрезано. Оно не разрезано здесь. Бывает. Ну, я уже подпортил внешний вид. Своим присутствием в кадре. Своим присутствием, да. Слушай, ну он такой жирный-жирный, прямо там, как будто он с осетром, знаешь. Авторский ролл с тунцом, гребешком, лососем, китой. Понятно. Акулой. Муссом на основе крабовой палочки, авокадо. Ну, то есть, вот тот, кто это создавал, он заморачивался, очевидно. Круто. Ну, вот ничего подобного в Красноярске даже близко, нет? Вот это да. Одрачильного вилова. Ну, там не так нежно. Ну, да. Вот это нежный ролл, согласись. Это шутка. Я просто вымышлю на место. Ну такое близкое к сердцу моему. Пацаны, это опять шутка. Будет. Да шутка это. Да. Да. Нежнейший, вкусов гора. Что, тебе салфетку надо? Пивка, да, ну, сразу. Подобрел. Нет, это реально нет, очень, вот это очень сильно, да, вкусно. Похоже на то, что, блин. Угу. Это угу. Офигенно. Ну здесь видишь, там что-то и соус какой, ну тут тоже шрирача есть. И что-то сверху прикол какой-то, и внутри там рыба-рыба. Кто там, акула? Так, а мы съели три, еще три осталось. А их должно было быть шесть, все верно. Да, все правильно. Сколько денег за шесть штук? Слушай, ну я так полагаю, за изобилие тут рыбных историй, типа, один должен стоить, типа, 120 рублей, это что, 870. Ну, близко. Ну, вот это, типа, лакомство. Да, да, это кайфушка. Прямо интересно попробовать, это необычно. Это прямо вот очень клево. Авторская штука. Там написано «Вкус», «Заботы». Что-то там. И вот после него хотя бы есть прикольный рыбный вкус еще. Угу. Вот это зачетная штуковина. Ну что, Максим, скажешь в оправдании всей этой ситуации? Я же говорил, блядь. Делают вещи. Короче, на самом деле... Да не, на самом деле, вот так оно все примерно и выглядело. Я не знаю, почему. Ну, может, я вот это, кстати, никогда не заказывал. Вообще никогда. Твоя супруга на кухне только что сказала, что это везли из Находки, возможно. Из Находки? Ну, или из какого-нибудь другого из города. Артема. Из Артема. Из Артема, да. Из Находки-то далеко. Ну да, там 3 часа их. Вот, может, оно и ехало 3 часа. Артур же сделал заказ заранее, такие, да из Находки привезем. Ну да. Не, ну они... И по пути ехать. На 6 часов мы заказали, без 10 6 привезли, как бы тут тоже вопросов нет. И, кстати, что клево, Токио, ну, никогда такого нет, что они там, мы опоздали, как в Супре, вот, бывает. Бля, дикие на свале, мы там, это, задержимся, но можем в магаз заехать. На Супру будет, кстати говоря. Если вы уже все выпили, мы можем и в магаз заскочить. Такеши Китано. Неплохо. А это кто-то, кого мы должны знать, это режиссер. И что, нам должно от этого разнести ебало? Такеши Китано, если... Ну, слушай, здесь тоже сверху ливанули шрирачи, будь здоров. Так, ну у нас здесь острый ролл с мелкой нарезкой из лосося кубиком. Ну, на кубики это не похоже. Омлетом, огурцом, сливочным сыром и икрой летучей рыбы с добавлением соуса спайси и табаско.
Табаско? Да. Это табаско столько налили? Ну да, это остренький. Вот погнали. Этот. Погнали, это интересно. Ну, жевать это, конечно, приятно. За счет тобика. Да. Ну, я табаско не ощущаю, конечно. Да и ширачу в целом не ощущаю. Я тоже что-то не ощутил. И рыбу не ощущаю. Вот рис, икра летучей рыбы, ощущается хорошо. Блять, я как обычно ждал вау. Угу. А вы просто зажрались, нахуй. Да. Зажрались, блядь. Да, да, конечно. 610 рублей платим за такое. Да на выпей, заебал. У нас был, конечно, потоповый ресторан, но его сожгли недавно. В Владивостоке он. Да. Да. Это как мы сегодня тачки, да, снимали, и в конце стингер попался. Может, тоже здесь какой-нибудь стингер попадет? Весело стало, хорошо. Так. У нас на очереди ролл наутилус. Рис маринованный, рис. А, ну, понятно. Лосось, сыр, оливковый соус сырный, шпинат, мини-икра летучей рыбы. Короче говоря, что по ценам, мы все поняли, я все бы стоит 600-800. Наутилус сделал бы с палтусом, и это был бы наутилус палтиниус. Ну, давай пробовать. Такого рода юморок, как тебе, братан, нормально пойдет? Да, хорошо. Что-то там у тебя рыба, по-моему, разваливается на волокна, нахуй. Ну, перемороженную рыбу положили, это перемороженная рыба. Вот, Андрей, дай супер крупничка, пожалуйста, на рыбу, вот, ну, вот сюда. Это же перемороженная рыба. Мертвая. Мертвая. Наглухо. Наглухо мертвый рыб. О, перке. В общем, а ты с владельцем не знаком? Нет. Хорошо. Уже. Ну, и больше, видимо, и не познакомлюсь. Есть ощущение. Ну да, что-то рыба какая-то вяленькая. О! Не стоит? Мм. У нее привкус испорченный. Но у нее и вид, блядь, как будто ее насиловали до этого. Не трогать, да, лучше? Mm-mm. Я просто маленько побаиваюсь за свое здоровье. Ты? Я съел. Я съел. Я тоже съел. Что за херня, блядь, постоянно нормально же было. Может, я не заказывал ролл никогда из-за этого? Рыба реально дохлая. Не, ну я знаю, потому что бывает, когда краб берешь, эту, возьмешь рыбки себе, и как всегда кусочек отрежешь, а в холодильнике вместе лежишь, ты потом достаешь, блядь, ну типа такого и получается. Она прям не совсем тухлая, но она, на она грани, дает да? вкус, который ну, не должно быть. Не, да по внешнему виду все понятно, братан. Типа, ну, я же почему обратил внимание, потому что типа. Ну да, вот покажи, пожалуйста, еще раз. Вы посмотрите, это цвет, но вот он, это как бы ну, мертвый. Да вот на эту даже положи, которая красивая вроде как. Но она тоже не самая или красивая. Вот, но... вот в суши это точно свежая рыба. Вот она. Ну да, да. А это вот так выглядит. Фу, бери ее. Ладно, давайте дальше. А что, мы просто это так оставим? Как бы. Что мы оставим? Ну же за двадцатку нам тухлой рыбы, блядь, подкинули. А-а-а, как плохо! Вот, ёбаные Токио, блядь, тухлую рыбу возят, блядь. Нам просто пофиг, там он. Просто не скрабли. Я думаю, хорошо, что мы на Артура адрес заказывали. Потом просто курьеру обратили. Ты сюда донеси. Так, ну смотрите, ну, походу. Артур случайно ну, заказал два одинаковых, что вот такое мы уже ели. Mm-hmm. Ну, это да, бонусные, ну. Может быть, это бонусные, да. А может быть, жене отдать? Это вот вкусные, да. Это который нам понравился. Жена, забери вот вкусный ролл. Остальное не оба очень. Охотник. Так. Ну и чё? Так, это вообще надо, это пипец. Да, это что-то любопытное.
И завтра просто, здесь второе заведение, которое все рекомендуют, это Супра. Завтра мы с утра заказываем Супру, а там просто, я не знаю, что там. А там кайф. А там просто, я не знаю, хинкали с вот сырым мясом. Суши с крабом и икрой лосося должно быть нормально. Да, и должны они стоить, скорее всего, каждые рублей по 300, да? Ну, по 150, по 160, наверное. Да не может быть, да? Ну-ка. Никогда не думал, что скажу это, но, блядь, опять икра. А ты где-то так же съел? Я где-то столько же ее и съел позавчера, да. Ну, если вот этот город Артем, где Токио находится, он как раз возле аэропорта, где продается та икра. Mm-hmm. Поэтому может быть, легендарочка такая. Может быть, Андрей, сегодня вечером. Я просто тогда лягу спать в полисорб, нахуй, сразу. Взобью полисорб и туда нырну в него, блядь. Ты же знаешь, для чего имбирь? Для чего имбирь? Ну, имбирь, в первую очередь, чтобы вкус перебить, а самая главная функция его для сырой рыбы, он как дезинфектик работает. Реально? Да. Я думал, что вкус перебить, да, насчет второго. Нет, он дезинфицирует, поэтому его же при простудах пьют чай с имбирем этот. Поэтому... Так, смотрите, две таких сушины, они идут парами. Стоит удивительно дешево, они стоят всего под 250 рублей. То есть не каждая всего 125 рублей, учитывая, что там краба навалили. У них что-то с рисом не то сегодня. Все, пиздец. У меня рис что-то давно. Хватка, сразу видишь. Я вот этот возьму. Что, все? Да. Ну, давайте вот просто вот я буду искренне жевать на перемотке, вот сколько это будет. Это рис жуется так долго? Это нори. Рис и нори вместе. Но рис супер плотный. Мы одинаково доели. Ладно, пора разобрать нахуй. О, вкус у краба. Посредственный. Это в крабах уже шарите. Угу. Какой должен быть. Икра бодрая, но такая пересоленная до пиздеца. И горькая. Прям пересоленная. Может, она и должна быть такой? Может, это да, позавчера съел не то. Соленая. Не, ну она разная бывает. Есть сильно соленая, как бы кому как вкатывает. Короче, я не знаю, как можно испортить краба и икру. Вот он отдельно вкусный. Икра отдельно вкусный. А вместе он невкусный. Ты вообще расстроился. Расстроился сидишь? Милый, как во Владивосток съездил? Двадцатку в казино проебал и роллы невкусные ел. И двадцатку в роллы проебал. Так, ладно. Ну что? Давайте будем веселиться. Как веселиться? Ну, давай вот это точно должно быть нормально. Подожди, ладно, хуй с ним. Давай вон то. Дальний? Вон то. Ты там приналовчился как-то читать, кто там? Так, здесь у нас запеченные суши креветкой. Запеченные суши с креветкой. Ну, звучит бодро оно. А, ну они вообще, они очень, ну... Просто понимаешь, что они сделали? Вот ты отличаешь? Мы покажем скринка с сайта. А, нет. Они все 4 штуки, 5, 6, 7. Ну, они, да, одинаково все. 7 позиций, все одинаково выглядят. Ну, они же выглядят разные, никак на картинке выглядят совершенно. Но это с креветкой, ищи с креветкой. Да, 2 штуки, 270 рублей, недорого, нормальная цена. Ты целую съел? Зря. Я минут на 6 выпал, пацаны. Рис не жуется вообще, жесть. Угу. То, что вот сверху, вкусная шапочка. Вкусная. Шапочка вкусная. Да. Ну и креветка, кстати, заебатая. Нет, все хорошо, кроме того, что... Кто-то риса сегодня как-то. Но сегодня они обосрались с рисом, потому что вот это бы тоже было нормально, если бы не вот этот рис, потому что смотри, сколько вот, блин, бы риса. Прям, ну он, знаешь, он как будто цельный. Ну да, его просто. Он как будто цельный. Как одна огромная рисина, которую ты жуешь. Максим сказал, что это дезинфицирует, потом предлагаю. Нормально поесть его, блин. Ну, у кого какие проблемы, знаешь ли, тоже. Так, ну и что? Так, спайси суши со осьминогом. То есть это острое. С осьминогом. Вот это. Блин, расскажи, как вы круто поедали живого осьминога, который еще шевелился. В Корее там в национальных кафешках, там прям их очень много есть. На набережной под Сеулом были, в Чунчхоне там где-то. Короче, суть в чем. Там вот такие маленькие осьминожки продаются живые. Они тебе его
готовят, прям живого нарубают, приносят, и все это вот так вот, короче, шевелится. Еще лимоном его поливаешь, он там вообще его просто сваливать начинает. Ты это ешь, но есть риск, что он, если к небу прилипнет, то ты задохнешься и умрешь. Охуенно. Ну или просто этот будешь глотать бесконечно, и это, тебя это заебет, и тоже умрешь. Короче, вот это мы ели, но он невкусный, но прикольное ощущение, что ты живое что-то ешь прямо на там. Невкусный, да? Но он просто резиновый. Вот там у них же саможары везде в ресторане, в столе такая херня. Mm-hmm. Вот его чуть-чуть поджарил, нормально-то. Mm-hmm. Вот, ну, а я люблю осьминога. У нас в Приморье здесь вот можно прям пойти, ну, не прям здесь, там, поехать в находке, поймать живого осьминога, килограмм 10 мы вытаскивали огромные. Тут же вот варишь, ну, и вот типа такого что-то получается. В общем, если нас кто-то смотрит не из Дальнего Востока, вот знаете, люди здесь в детстве ловили песчанок, Гребешков. Устрицы мы ловили, по ресторанам продавали, пока нас не приняли. Интересное детство было. Просто прикинь. Это сейчас Колян в это время сидит такой: сука, я сепаратор этот ебаный собирал, разбирал. Я просто карбитом два раза лицо обжигал до лысины, до полностью. Блять, а люди здесь просто продавали, устриц ходили, понимаешь? Мы просто ныряли. Офигеть. А, и мы сегодня с Андреем, между прочим, видели целых 3 отечественных автомобиля. Да. И это было 3 Патриота, потому что это были службы. А, ну Патриот у нас ездит, да. Вот. Волгу 4. 21-ю Волгу, деда с бабой ехали. Я пытаюсь вам заговорить зубы. Ну, короче. А ты только шапочки ешь, типа? Да как, ну я не могу, братан, куда столько риса, он не жуется. Фига ты хитрый, блин. Верха только снимаю. Я бы с радостью... Ну, да, рис говно вообще, реально. Я такого никогда не было. Я 500 раз уже это Токио заказывал, но такого риса никогда не было. Угу. Учитывая, что в этом ролле к рису, который нужно пожевать, нори, который нужно пожевать, добавился еще и осьминог, который нужно пожевать. Это вообще просто пипец. Я без риса жую уже сколько. Это ролл нужно пожевать, реально. Ты тоже целиком съел? Угу. Тоже жую. И, наверное, даже попью. Так, ну, короче. С этим все понятно? Нет, этот мы не пробовали, тот не пробовали. Да я понимаю, но с ними все понятно. С икрой мы икру попробовали уже. Это просто с икрой. Ну да, просто икра. Вот. Вон нежный с гребешком. Давайте попробуем нежный с гребешком. Ты вот это твои манеры смотреть на меня не сдохну ли я, блядь? Я не воспользовался и позавчера. Не, вот она более-менее. Хороший гребешок. Прикольная эта штучка. Если бы был рис, все это как бы очень интересно. Просто жующиеся рисы, все нормально бы было. 270 рублей за 2 штучки. Вкусно же? Это вкусно. Ну, если бы рис жевался, было бы нормально. Хороший гребешок, хорошо сочетается вот с этой вот, что там, а нам не говорят. Нам говорят запеченные суши с гребешком, и все. Очень вкусная шапка, вообще капец. Да, прямо да. Нежная, хорошая. Да. Угу. Вот о поваре можно говорить хорошо, когда осьминог, его, короче, если чуть-чуть переваришь или не доваришь, он резиновый. Ну, очень жуется. Ну и все, вот пробуем осьминог, и все понятно сразу. Угу. Ну, давайте сашими из осьминога. Не жуется. Сука. Даже здесь. Ну все, это жувак. Как это... Жувака? Ну да, хубабуэ. Он реально как жувка. Ладно, тогда я буду гребешок. Ну, все, он вообще не проживется. Это вообще... Его никогда не съешь, да? Не, его вообще не проживешь. Да ну, пацаны, ну как его так нарезали-то еще? Ну, посмотрите, пожалуйста. Я просто сам много готовил осьминога, ну ничего сложного, там его отварил, чутка обжарил или просто в пароварке он нежнейшим получается разваливается. Блять, я когда слышал, просто не жуется. Когда слышал, что говорят, что получается резиновый, я никогда не думал, что вот это и есть все, резиновое. Все, да? Ну то есть вообще не жуется? Вообще никак. Ну типа нет, его можно перемолоть? Ну да, кусками проглоти, все равно он не перемолится. Тебе точно это делать не надо, пользуйся салфеткой.
Не, да он-то с ним ничего не будет, он отварен, он просто плохо. Да у него желудок скажет. Или перевален, или недовален. Там такая золотая середина. Да попробуй, это прикольно. Хочешь гребешок попробовать? Да нет, вот хотя бы самую тонкую возьму. Как же я могу не попробовать-то? Давайте вот этот гребешок попробуем и другой гребешок попробуем. Ну, вкус есть, конечно. Я реально, это первое такое вообще. Мне кажется, что... Ну, вообще, это сашими, он должен быть сырым. Сашими — это сырое. Но тогда вопрос, мы в этом не разбираемся. Вопрос, это не тот осьминог? Или все-таки он должен проходить куда-то? Ну, его же невозможно проживать. Ну, прям сырого осьминога я что-то не помню, где его вроде нигде не едят. Прям тупо сырого. Ну, а когда вот вам ты рассказывал, вам там не сырого давали? Сырого же, вообще живого давали. Не, ну да, живого давали, но он тоже не живет. Ну вот. Если будет вот такой живой, он не прожуется. Меня интересуют креветки очень сильно. Вот. А давай гребешок. Ну, потом гребешок попробуем, мы его сравним с нормальным гребешком. Ну да, мы сегодня уже попробовали хороший, вкусный. Я вот просто нарезан, понять, да? Не могу. Вот это пята гребешка, да? Мне кажется, он нарезан. Они же его здесь тоже берут. Может, он нарезан. Он нарезан, но не он. Конечно, нарезан. Он просто нарезан на три куска. Да. Нормально. Только он почему-то горчит. И он, мне кажется, он более вялый. Вот посмотри, этот какой упругий. Ой, ну вот гребешок, который мы взяли. Он горчит. Он прям спасибо. Массу сохраняет, свою консистенцию, все. Да, то есть он прям целый остается. А вот это он как сопля такая. Ну вот. Ну, не, да. Не горчат, Денис, не ешь. Он горчит. Такая забота. На вот это попробую. Не-не-не, с меня хватит. Другое дело. Я их... Так. Грустные ёбла там, где не ждали. Грустные ёбла вдалеке от дома. Вот откуси сейчас этот гребешок. Вдалеке от, как вдалеке. Человек-паук. Да, как откуси человек-паук. Откуси сейчас этот гребешок, вообще другой вкус. Вдали вот от дома. Прям контраст. Этот точно не горчит, тот горчит. Андрей, ты знаешь, что твои камеры почти дома? Да, тут. 800 км. Нет, это сладкий, нежный, с ярким вкусом. Так а гребешок. В чем проблема? Они что, не могут покупать у браконьеров, что ли? Ну, я так понимаю, что вообще в целом, навряд ли все люди знаете, да нет, это все тоже поставляется. Они просто с ферм берут, которые гребешки, они там вот только вылупились, небольшие обычно. У них нет вот этого природного вкуса. Хотя это тоже можно легально покупать, оно просто подороже. Я бы за сашими их не ругал. Так а их тут вообще не за что ругать тогда. У нас вот еще. Чуть-чуть с ними ругаться, Артем. Прикольная. Хорошо очищенная креветочка. Пахнет максимально свежо. Ты пробовал их, Макс, до этого? Да. Да. Нет вопросов. Я не думаю, что креветка, которая на каждой остановке продается, ее можно тухлую прислать. Но это совсем дебилизм был. У меня с креветками тяжелая. Вот если я жую дольше трех раз... Не, это нормальная креветка. Улетает она в другую сторону. Это прям, да, вкусно. Вкусно, да. Вкусно, да, вкусно, да. Тащи рибай. Гёдзе с креветками. Выглядят они идеалошно. Хорошие вкусные пельмешки. Я даже позволю себе рукой взять, как вот мантинку. Ну вот гёдзе ни разу невкусных у них не пробовал. Тоненькое тесто, вкусно. Оно, причем, видишь, оно было сварено. Аль денте. Поэтому его нужно было есть горячим. Ну, еще по краешкам сошлось. Ну. Да, да. Тури, хорошо, что мясо купили. Хорошо, что вон там у нас еще морепродукты есть. На туре. Давайте, короче, это зафиналим красиво с крабами на столе. А не вот с этой неудачей. Редкая, может быть, единственная в истории ресторана Токио. Мне кажется, меня скоро наймут в департамент Лаврова. Токио. Нормально. Можно порешать все. Уже после выхода видоса не получится. Я в Красноярск поеду, тут лететь не так долго. Вы можете свой термопакет сам передать. И мы там переснимем. С деньгами, блядь. А то что, выпили? А, что, краб? А мы сейчас, да, мы сейчас за кадром туда зальем. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что? Ну давай резюмируем.
Давай резюмировать скрабом в кадре. Давай резюмируем скрабом в кадре, согласен. Ко всему, что нам привезли, было еще два вот такого рода пакетов, два морсика и 30 штук. Вот таких, как у меня в руке, то есть 30 наборов. Это на тот случай, если тебе ничего не понравится, и ты просто напьешься и съешь все васаби, и все-таки будешь немного сытым. Если бы не вот эта чудесная тарелка с двумя сопровождающимися вот этими контейнерами, было бы гораздо грустнее, чем сейчас. Но смотри, мы заказали на 20 тысяч рублей, плюс там раз, два, три, четыре, пять, шесть там салатов и еще чего-то. Пробовать мы их смысла не увидели, потому что если это доставка роллов и суши, зачем нам пробовать салаты? Ну да, Артур чисто просто теоретически заказал, там все побольше. Это было бы две вот таких тарелки. Да? Вот это и еще одна. Четыре бы тарелки было. Поэтому не знаю, как для владивостокцев, но я бы, наверное, использовал все-таки вот эту возможность. За то, что вот этого много, респект, у нас в Красноярске вообще за каждую вот такую штучку деньги уже берут. Да. Это действительно круто, да, на 20 тысяч рублей вы приложили прямо дофига, жирно, круто. Все вкусное было, и соевые, и васаби, и как бы... Что случилось, откуда везли, как это произошло, если вам это интересно, вы можете позвонить по номеру заказа, Артур, а что он вам, что он скажет, давайте мы сейчас тесть все скажем. Мы заказывали. Адрес мы не будем говорить? Мы заказывали. Ну, вы вычислите это. Поселок Зима Южного на да. Терентьево. 23-24 марта сегодня. У кого там? 23 марта. Вот, собственно, дальше вы можете провести расследование. Но рис не жуется точно. Ну, вот это не придирка вообще. Ну, он вообще не жуется. Давай, да, коротко. Реально не вообще. Вкусно были креветки. Ну, да, еще креветки пара роллов там. Ну, роллы еще были одни вкусные. Но мы ожидали, как обычно, восторг и вау, а мы так всегда делаем, потому что мы, как и с машинами, всегда надеемся на лучшее. Ваши ожидания и ваши проблемы. Наши ожидания, наши проблемы. Так как мы думали, да, сейчас пацаны хоть нормальных роллов поедят, да что у вас там, блин, это йоби по йоби, там, пиздец, блин, вообще. Да. Ну что, мы благодарим Максима за гостеприимство, и не только его, а всех людей, которые знают, что мы их тоже благодарим, но они за кадром. За кадром, да, они за не кадром. Медийные. Пока что мы их всех сделаем медийными рано или поздно. Собственно, как бы... Вот. Давай покажем тем, кто ни разу... Да, кто собирается в Владивосток, я хочу от себя сказать. Да. Проще что сделать? Вы приходите в какой-нибудь... Ну, вот здесь у нас краб-креветка дали. Ну, что, нормальные же, пацаны, все вкусно. Магазин называется краб-креветка? Да, вот без рекламы, реально. Конечно. Вот он здесь у нас находится. Я у них каждую неделю что-то покупаю. Вот это у нас миска огромных пятаков. 1000 рублей там стоила. Ну, то есть обожраться... Вот эта миска всего косарь стоит? Да. Ну, тут 0,5 килограмма. Потом вот этот краб, это самый крупный, он стоит 2600 за килограмм. Мы взяли на 8000. У нас вот таких реально 3 тарелки получилось. Это вот, пожалуйста, отрываешь... Ломаешь и жрешь, пожалуйста. Спасибо. Ну, то есть, вы в шестером, в семером просто обожрете всему этому. И потом на закусон икриная. Икра ежа морского, свежая, вот сегодняшняя. Сколько это стоит? Это 500 рублей вроде стоит баночка. Но это... Серьезно? Да, 100 грамм. Я переезжаю. Поэтому все, вы на 8 тысяч... ну, на 10 максимум, на компанию пир 7 человек, просто обожретесь, там же этот пивас на разлив, что хотите. Все, ну, у нас вот так обычно вечера и проходит, там, что, давай по пиву, ну, реально, там, или посидим чуть-чуть, все. Ну, поменьше, конечно, берем, там, на 5 тысяч краба, икры чуть-чуть взяли, гребешка, ну, это вот бюджет 6 тысяч на пятерых где-то на компанию, и на разлив пива взяли тоже, там, ну, Макс, на пару тысяч. Надоедает? Как часто вы вот едите? Потому что здесь объективно, ну, такое раз в месяц может позволить себе даже человек, у которого там зарплата 40 тысяч. Это дорогой краб, то есть мы это такой еще, не всегда крутой, берем, да. Там, обычно берешь стригун, он в 5 раз дешевле стоит, все, там, то же самое. Ну, краба часто вообще, какого-либо краба часто едите, не надоедает? Да нет, оно, ну, надоело, да, уже.
тоже, конечно, не едим. Но больше вот что-нибудь поджарить, там мясо. Ну, все то же самое, как вы, там сосиски да мясо жарим. Угу. Но краб, если хочется, там просто вот посидеть, не заморачивать, поковыряться. Ну, раз в месяц возникает, да? Ну, раз в месяц, да, конечно, что-то такое берем. У него тоже есть сезонности. Самый кайф краб брать только свежий, не замороженный. Видите, ему, он подмороженный, но он свежий. Он вчера, его вчера выловили, вот он сегодня едим. Если краб замороженный, вы берете, это вообще не то будет абсолютно. Но это то, что у вас продается, потому что кристаллизируются его вот эти соки, все высасывается, потом вытекает, и он становится сухой, такой, как тряпка на сок. А вот это свежак, жирный краб, какой он должен быть. Классно. Че, еще вы тут как живете? Просто хотя бы порассказывайте. Но я вот сейчас, мы катались буквально еще 2 недели назад, но до сих пор мужики там на льдинках что-то делают. Просто садился на квадроцикл, 10 минут на море, ловили камбалу по 3-4 килограмма, просто домой ее также обжарил, вон на гриле где-нибудь, ну и все. Просто понимаете, кто не знает, что вот это такое, это икра морского ежа. А вот здесь, вот в этом количестве... Здесь икры, ну, ежей, наверное, 20. Ну, возможно. Ну, они так. Разные бывают. Где-то бывает и целая ложечка маленькая, где-то. Но это супер деликатес. Самое главное, она чем оранжевее, тем она вкуснее, слаще. Потому что икра есть более такая светлая, темная, это уже не то. Если она молоко выделила, она уже умирает, значит. Тут, видишь, она вся сухая. Вот как это вот надо. Раз в месяц берешь вот эту... 500 рублей вот это стоит? Да. Ну и она очень полезная, да, дико. В Европе вот такая штука, порция, один ежик, ну, мы были с Настей, когда на свадьбу ездили, 500 евро стоит порция икриной ежи, ее там в 5 раз меньше, чем здесь. Так у нас в Красноярске тоже тебе подают там столовую, не столовую, чайную ложечку, и за это на либо на ролле, либо на какой-то другой штуке, и за это берут там полторушку-двушку. Ну вот. Ну, то здесь можно без проблем объедаться, но это если вот брать, ну, не только у парней, там у нас много по городу, кто, ну, банчится вот этим всем, это такой бизнес, на в тачках там стоит маркушник где-нибудь, на дороге краб, все, ну, то есть много где можно купить. Я в прошлый раз еще от цен крайне удивлен был, который Максим называл, сколько стоят вот эти все супер вещи. Вот к этому взять хороший нежный белый багет, его тоненько нарезать, чуть-чуть подобжарить, белое вино на багетик так... В Японии мы были. Можно еще сыр. В Японии пармезан тоже продают. Кстати, в Японии тоже очень дорого. Я тебе говорю, блядь, рис такой тоненький, рис, рисовая подложка, икра сверху лежит. Все, ее тоже закидываешь, кайф. Курочка с чесноком. Мы вчера вообще, блядь, Биг Бон хуярили вдвоем. Да какого черта? Я Андрей, я тебе написал, что напишите, сколько чего денег надо. Он мне ничего не написал. Я деньги проиграл в казино. Все, сами виноваты, елки-палки. Конечно, пиздец. А часто крабами людей убивают у вас? Ну, если хорошенько вот это куда-нибудь засунуть. Этот вид. Я про ухо. Пацаны, 13% девчонок вот такую доставку во Владивостоке поснимали. Хотели, чтобы это было круто, весело и нас сильно удивило. Но вот так оказалось. Если и у вас так оказывалось, и вы смотрите нас с Владивостока, или Артема, или в Находке, наверное, тоже где-нибудь. В Хабаровске, да. То напишите в комментариях, было ли у вас такое. Но напишите, мы... что реально заказывать тогда во Владивостоке, если не Токио. А мы будем есть краба. Ежу морского кого? Как икра. Ты говоришь, ты меня заразил? Ежу морского икра. Ежу морского икра. Ежиную икру. Гребешок. Увидимся. С белковым отравлением, нахуй, всем вместе.